Подготовка к началу сезона идет полным ходом, и уже сегодня мы узнаем результаты третьего тура в групповом этапе на этом предсезонном турнире. Да, пока турнир получается довольно зрелищным, так что посмотрим, что принесет нам третий групповой матч. И смотрим на состав ЦСКА. Классический пример схемы 3-5-2. В этом случае игроки центра поля могут выполнять самые разные функции. Бей и выводи команду вперед! Это гол! Это гол ЦСКА! Попадает в правый угол ворот, и здесь вратарь свою команду выручит не сумел. 5 минут прошло, и счет открыт. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая передача. Йорик Хендрикс. ПСВ пробьет угловой. Надежно играет защитник. Атака прервана. Йорик Хендрикс. Хороший момент, но удар не достиг цели. Кейсу Кихон. Армейцы в атаке. Вагнер Лав. Игроку ЦСКА можно постараться создать что-то опасное с этого вброса мяча из-за боковой. Отлично сыграно, надо решать. Понтус Берн. Удар. В этой атаке мы уже ничего интересного не увидим. Мяч ушел за пределы поля. Думбия. И в зону атаки мяч переходит. Прекрасная передача. Сейду Думбия. Ну а здесь кого винить? Только себя любимого. Не торопится арбитр со свистком, дает играть команда. Это может быть опасная атака. Пас с фланга. Локадия. Мяч на центр, на табло равенства. Такой гол дорогого стоит, согласитесь. Справа фланга здорово подал в штрафную, только что в обертку не завернул. Да, таким подарком грех было не воспользоваться. Хорошая подача тут и отличная игра головой. Да, отличный гол получился, разыграли стандарт они действительно грамотно. А сейчас вперед можно выйти. Гол! Команда забила и ведет в этом матче. Сильно пробил, но попал в створ ворот, это самое главное, и попал в правый угол. После этого гола счет у нас стал 2-1, тем интереснее смотреть. Посмотрим за этой атакой. Прекрасно сыграно. Мяч перехвачен. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Дзагоев. Армейцы атакуют. Такие передачи всегда таят опасность для соперника. Лучано Нарси.
Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Это может быть опасно. И пошла передача. И здорово читают эту подачу защиты. Отличный кросс. Акинфеев, красавец. Это может быть опасный штрафной. Ох, не хотел бы я стоять по этой стенке. Вагнер Лав. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Мы смотрим второй тайм заключительной игры группового этапа Европейского международного кубка. Пока этот предсезонный турнир получается очень увлекательным, и надеемся, что так будет и дальше. Пока неплохо. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. Этот навес не проходит. Защитник надежно сыграл в данной ситуации. Сейду Думбия. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Отобран мяч. Надо возвращаться. Терпеливо ждут они своего шанса. И идут Думбия. Арбитр назначает угловой. Опасная передача. Вратарь выходит. Забирает мяч, но не забросит в свои ворота, а жаль, было бы весело. Это замена по позиции? Думаю, это решение давно напрашивалось. Может получиться интересная атака. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тем временем соперник перехватывает мяч. Игроку ЦСКА можно постараться создать что-то опасное с этого вброса мяча из-за боковой. Сейду Думбия. Выцеливал этим навесом партнера, но защитник хорошо играл. Биброс Натхо. И есть гол! Вышедший на замену игрок забивает. Ну, это прекрасно. Реализация, что ты чувствуешь? Ну, в таких моментах многое решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была идеальной. Ждем судейского свистка, замена готова. Игрок стоит уже на бровке и ждет выхода на поле. Отлично сыграно, надо решать. А вот и конец этой атаки. Теряют они мяч. Думбия. Вагнер Лав. И голкипер вступает в игру. Можно выдыхать. С углового мяч будет введен в игру. Какой сейф, а? Это Думбия. Командам 20 минут осталось играть в этом матче. И выносит мяч за лицевую защитник. Так, а вот эту новость стоит погромче озвучить. Янич переходит в Ювентус из Ромы. Да, сложный процесс по покупке игрока получился, но игра стоила свеч. Момент. Нет, офсайд. Атакующая комбинация ЦСКА. Думбия. О, отличный удар. Вратарь! Вот это сейв! Раньше это называлось корнер, но теперь мы говорим угловой. Еременко! Пошли последние 10 минут игры. Сантьяго Ариас. Биброс Натхо.
Мяч перехвачен. Защитник молодец. Посмотрим за этой атакой. Не доходит до адресата подачи. Защитник на мяче первым оказался. Надхо. Какая техника. Как он обращается с мячом. Вы только посмотрите. Сейду Думбия. А тут что? Гол! Гол! Еще раз гол! Первый гол его только раззадорил. Вот, получите дубль. 4-1. Преимущество в три мяча отыграть практически невозможно. Вибрас над. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Судья решил добавить 3 минуты. Понтус Вернло. Вагнер Лав. Армейцы в атаке. Великолепный проникающий пас. Решил пробить. Да ну. Все, звучит.